Всем привет! Сейчас мы с вами распакуем видеокарту Radeon RX 550 4 ГБ и памяти GDDR5. Заказано в интернет-магазине Розетка. Итак, приступим. Так, погнали. У нас там гарантийный талон и выдатковая накладная. Обычная накладная. А это уже сама видеокарта. Покажем вам ее со всех сторон, сзади, снизу здесь просто все штрих-коды о покупке и более, ну сами видите, что говорить. А по бокам вот такое вот видно. Так, приступим к открыванию упаковки и доставанию именно видеокарты. Частота памяти 7К, допустимое разрешение экрана 5К. Примерно так и написано, если быть точнее, 5120x2880. Так, надо же. Это у нас, видимо, speed setup, то есть установка ускорителя, если мы захотим ускорить видеокарту, здесь инструкция. И так далее. На английском, русском сейчас идет. Да, здесь есть на русском. Украинского я не вижу. Хорошо. Это я вам показал. Вот сам диск. Похоже, это установка. И давайте, видеокарта нас ждет. Похоже, коробка открывалась немного вверх ногами. Или я ее открываю неправильно. Ладно. Кое-что я понял. Это просто коробка. Ее открывать не надо. Мы просто достанем нашу видеокарту. Если получится. Да, отлично. Что еще могу сказать? Здесь три разъема. DisplayPort, HDMI и DVI. DVI стандартный порт, все его знают и все используют, практически все. Но я буду использовать HDMI. Охлаждение вы видите асусовское, достаточно большой кулер. Само охлаждение — это вентилятор и радиатор. Обычный вот радиатор вы видите, вот он, это вентилятор. Что по поводу видеокарты, сейчас откроем DVI порт, вы его увидите. Это у нас дисплей порт, это HDMI. У нас разъем достается, да, крепление тоже видите. Дополнительного питания, как я уже вижу, нету, да и на сайте это все указано. Ссылку на эту видеокарту вы найдете ниже в описании под видеороликом. Далее вы можете перейти на сайт Розетки и просто, если захотите, ее себе купить. На этом мы закончим видео распаковки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока. А также сервисом доставки Розетки был доволен. Доставили как подобает. На этом все.